Прошло полгода с момента назначения на должность прокурора Запорожской области Александра Шацкого. Что удалось сделать за это время и что планирует, он рассказал на отчетной пресс-конференции. Главный результат прокурор оглашает сразу. Есть главный подозреваемый в организации разгона Майдана 26 января. Это председатель облсовета, экс-губернатор и бывший начальник УМВД области. Виктор Серба объявлен в международный розыск. Для Виктора Межейко и Александра Пеклушенко меры пресечения суд установил личное обязательство. Отстранить Межейко от занимаемой должности Александр Шацкий не вправе. Районный суд отказал. Мы обратились в апелляционный суд. Бочарников рассматривал наше ходатайство, отказал. Дальше мы по закону не имеем права куда-либо идти. По словам Александра Шацкого, выступал за отставку городского головы Александра Сина, но и здесь оказался бессилен. Был такой политический момент, когда Сина, было большинство в совете отправить Сина геть, да? Вот, ну, вмешательство и кто какой клан лучше, хуже, это привело к тому, что Син просто-напросто сейчас над нами смеется. Син оказался, ну, такой себе непростой человек. Он мне кричал, что не подписывал никакой бумажки, и мы его не посадим. Александр Шацкий утверждает, постоянно чувствует давление со стороны группировки Анисимова, которая обещает отстранить его с должности. Анисимов объявлен в розыске и находится в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Запорожской области. Это было сделано на третий день, как я стал прокурором области. Все это уже было известно ранее, а вот результаты завершенных дел так не были названы. Кроме громких названий процессуальных производств, о состоянии криминогенной обстановки в области хотелось бы знать больше.